привет тебе. Продолжаю тему с последнего слова, последнего места. Также многие люди склонны с доверием относиться к слухам. Ведь неудивительно, предатели произносят про себя мои внутренние монологи и диалоги. Они живут по понятиям. У некоторых людей принято даже уважать предателей слухов, которые живут по понятиям. И люди могут принять на веру, что те молодожены, которые живут по понятиям, являются даже очень хорошими, а тот человек, который терпит поражение в этом смысле, является очень сомнительной фигурой, чью информацию стоит проверять в форме слуховых преданий, то есть жизнь по понятиям. Намеренное распространение слухов и поддержание слухов хорошо используется в политике и маркетинге, и это не секрет, по крайней мере для автора видеодневника, как очень мощный инструмент влияния на мнение людей, особенно тех, кто живут по понятиям. Это модники, всякие музыкальные ТВшники, рекламщики и политиканы, школьники, выпускники и тому подобные антагонисты. За распространение слухов, которые вызывают панику, или за распространение жизни по понятиям, которые вызывают панику, как в данной жизни, или люди, которые будят людей по ночам, чтобы пожить по понятиям, либо потому что они могут пожить по понятиям, либо распространение слухов во время войны, могут следовать санкции вплоть до расстрела. Но такое случается крайне редко, и даже если судить, не дай бог, по смыслу видеодневника, конечно же, такое не произойдет, потому что политика и маркетинг говорит действовать от обратного. Наглые кликуши – механизм превращения слухов в факт. Жизнь по понятиям – это байка про несвежий товар. Например, свежая рыба. Слух – это есть информация, и сплетня начинается тогда. Сплетня и жизнь по понятиям, и вера жертвы, которая верит в сплетню и живет по сплетне. Как только продавец почувствует запах свежей рыбы, люди начинают жизнь по понятиям. Такие сплетни выделяются дома, например, помещение, туалет, кухня, спальня, гардероб. И на работе, например, парикмахерский зал, личная одежда и прочее может нести с собой запах свежей рыбы. Например, высказываются идеи, что главным стимулом для развития речи, а речи в данном случае, речь – это губы, это увечья, это уста, у людей была необходимость в жизни по понятиям, в криках по понятиям, чтобы учинить убиение сплетни, сведений о неблагонадежных членах общества, социализма. Глупцы – это те, кто, чьи голоса можно услышать за пределами этой студии. Глупцы, например, могут сказать: дреды, борода, не бреется, голова не мыта, много живности. Все эти плюсы – длинные волосы на подмышках, не то горло, не тот телемостик и прочие отвратительные факты – могут вызывать у коллектива, особенно у рабочего коллектива в парикмахерском зале, либо дома с родителями, либо в семейном заговоре, либо с соседями, молодые и старые, те, кто живет по понятиям, способствуют сплочению своего единого народа. Сплетни на работе – это действенное средство для утверждения и поддержания исходного предположения о том, какая жизнь царила в общине, семье или организации. До явления людей с дредами, которые отказываются от секса, наркотиков и рок-н-ролла,
с головой ударяется в работу, в парикмахерскую индустрию, в тату-индустрию, в несколько других индустрий, от 3 до 2 дней по графику, пока разня не ужилась. Выходные начинаются с жизни по понятиям. У общины, семьи или организации есть свое мнение на счет жизнедеятельности, и это мнение плохое. Идея будет развиваться речью. Речь является устами, губами. Одним из главных источников быстрого распространения слухов, либо сплетен, либо где сплетник уничтожает сплетника, служат социальные медиа, которые автор видеодневника ненавидит, посредством которых сплетню могут быть привнесены много всего нового. Всего за несколько минут из одного уголка мира в другой по телемостику, не здесь и сейчас, а в принципе, новости действуют магическим средством по манипулированию людьми. Другой момент, что организация, семья, либо община живет вообще без телевидения. Они живут стуками молоточка по полу, ища там сплетника и уничтожая его источник жизнедеятельности. Зетта, Кришна умер. Притча из Библии. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность книги Бытия. Наушник – переносчик сплетен, сплетни сравниваются с лакомством в том смысле, что любители их получают удовольствие, слушая и смакуя сплетни, телемостики, голос, шепчущий сбоку уха, из-за спинки уха, как направляет на истину, иногда предупреждает об опасности, иногда сходит с катушек и сам является атакующим. К примеру, все идут на этот жгут, все идут на этот жгут, все идут на этот голос, все идут на этот голос, все идут за пределы этого места на кончиках этих дред. Они действительно идут. Эти люди, которыми манипулирует община, семья и организация. Идея будет развиваться в течение всей жизнедеятельности. У меня есть личный Коран, и он пополняется коллекцией статуэток бога Ганеши. 25 сентября, чей день рождения, лично автор видеодневника будет отмечать. Но будет происходить опасный момент, когда все будут идти на автора. То есть прямо на меня, в самые нелюдимые уголки этого городища. Вместе они олицетворяют единую мою собственную религию, неубогую религию. Другим остается жизнь по понятиям, и идея будет развиваться про мальчика с пальчика. Остальные люди, так уж получилось, просто живут для меня, словно немецкие горожане. Ценя сплетни, доверяя сплетням, иногда они как боги управляют сплетнями, чтобы человек смог не оступиться, заработать, либо выполнить невыполнимое дело. Сплетни, слухи, непроверенные сведения о людях первоначально передаются речью устным путем. Все разговоры записаны и происходят только в присутствии клавиши «Громкая связь». Очерк «Пиши, читай», следующая тема «Альтер-эго». Минута молчания. Очерк «Пиши, читай», альтер-эго. Альтер-эго. Спросите у парикмахера, что это слово обозначает и на кого ты похож. Он сразу будет искать, вспоминать, ждать нисхождения альтер-эго другого «я», тебя, другой «я», так нелюбимый мной.
Так что многие ты зря надеются, что очно, точно, заочно он предстанет перед парикмахером. Опытного типа, например, как автор видеодневника, так как всю жизнь шиковал по экономкам, где, скорее всего, собираются в форме слухов и сплетен больные люди, больные чем угодно, и поэтому их превращение не заставило себя ждать. Другой момент, что эти люди, они есть из общины, семьи или организации, которые не смотрят телевизор и не доверяют социальным медиа, и даже альтернативным медиа. Альтер-эго, другой я, с миру по нитке, хер. Слово, которое было написано сегодня утром в этой тетради, из будней парикмахера, хер – это задний вид, перспектива селфи. Скорее всего, парикмахер не оценит твою инициативу подружиться, так как хер говорит ему, что твое лицо и силуэт твоей фигуры парикмахеру хорошо уже знаком, и история глубоко чтимая. А если человек хочет подружиться настойчиво и проявляет слишком рьяную инициативу, то он, конечно же, преследует цели ниже описанной общины, семьи, организации, тема, которая будет развиваться в течение всей жизни. Очерк «Пиши, читай», альтер-эго, расчески, заколочки, ножницы, пеньюары, шампуни, маски, бальзамы, одноразовые инструменты, реальная и придуманная альтернатива, пульверизаторы, трубка, которая направлена на человека из пластмассовой колбочки. Персонаж, который никогда так и не узнал, что такое истинное «я», а всегда знал, что такое альтер-эго. Личность человека – это альтер-эго, либо его персонаж, его вымя в характере и поступках которого он отражается как личность автора, писателя. Это может быть лирический герой или древнегреческая трагедия «Хер». История об обезьянках, остукивающих хипаря в панельном блоке. Образ, закрепившийся за псевдонимом, прозвище «Кличка». Зетта – смерть Кришны. Это может быть дворянник, наместник, как в сегодняшнем слове, или даже одна из множества личностей в будущем, которая появится из соцсетей по найму рабочей силы, в данном случае парикмахер «Универсал» Макс Блэк. При наличии у индивида диссоциативного расстройства личности – человек будет жить плохо. Часть вторая. Альтер-эго. Это модно, круто, укрепляет у молодых просто эго по отношению к первым. Автор очерков «Пиши, читай» поправляет себя каждое слово описанием канала. Это кликуши, жизнь со шрамом, рубец медицины нари в «А ты перечень», семь историй, оставшихся на теле, бубенцовая стрижка. Именно в этом диссоциативном плане у автора видеодневника был психоз и случилась настоящая точка сплетни. Много людей подписалось на добрых и хороших людей, которые поддерживают сплетников и сами являются предателями. А голос, шепчущийся сбоку из-за спинки уха, который направляет истину, и толпы пхутов являются атакующим, иногда защищающим, и община, семья, организация. Очерк «Пиши, читай» – история племени, выжигание, выражение альтер-эго стало распространяемым благодаря обычаю, принятому в некоторых государствах Европы. В прошлом, когда король, на днях пришла новость, что королева Екатерина, по-моему, вторая английская королева, отошла в иной мир,
и ее тело будет погребено на подобном, только еще более прекрасном королевском кладбище. Король давал прямую трансляцию, передавал всю власть кому-нибудь другому, например, наместнику, своему принцу. Он награждал его званием королевского второго «я». Это и называлось «альтер-эго-резис», «регис», очерк «пиши-читай» в литературе и кино. Например, в жанре вестерн, где используется куча жгутов, большие пучки, стрижка, которая дает человеку двигаться, как он хочет. Пучок из жгута в виде дредов, первая линия из волос, которая как бы прикрывает дреды. Все это дело королевского второе «я» – это альтер-эго Регис, но совершенно другого толка, не так, как хихик-хаха, ниже описанные личности, продиктованные, сшантажированные папой Легба и бароном Суббота. Очерк «пиши-читай» в литературе и кино. Термин иногда используется, например, в литературе и других творческих работах в описании персонажей. Антагонист, протагонист, антигерой. Психологический сюжет – это хер. Хер – это начление, хер – между собой или в бойне с автором. Очерк «пиши-читай» – психиатрии и психологии. История только о собственности, self, хер – начление перспективы и сплетни, которые являются моей собственной металлической чашечкой, малый мир среди змей, кофемашина Зелмер. Альтернативное эго также используется для обозначения разных типов поведения, которые любой человек может проявить в определенных ситуациях. Для парикмахера с опытом экономок они легко читаемы, человек вот так вот легко известен. Сразу же, люди, страдающие диссоциативным расстройством идентичности, люди, которые хотят ответить, например, либо мне, либо послать звонок наместнику, не у разума один наместник, сторож, он тоже является пхутом. Гениальная правда в том, что разум живет рядом, только потому, что знает о другой личности. Разум есть альтер-эго, а не разум – это незнающие люди. Разве этот видеодневник не авторитетный источник, чтобы, как никто другой, провести повествование о том, что есть разум? Он опасен для неразума, это доказано в диссоциативном расстройстве идентичности. Идентичности хер. Разум, два наместника, два сторожа, левый и правый сторож. Не разум, один наместник, сторож. Сплетни рождаются из минуты молчания и за немытой уже 4 года кофейной чашечкой. Чайный пакетик президенту на голову, на лысину. Отсюда рождается сплетня. Очерк «пиши, читай», тема увечья. Увечье – акт совершения случайного или целенаправленного телесного повреждения. Увечье наносит ущерб внешнему виду или функциям живого организма. Например, ниже изложенное. 7 рубцов со шрамом, нанесенная врачами, бубенцовая стрижка и отсюда сдвиг фаз жизнедеятельности. Нанесен ущерб внешнему виду и функциям всего живого организма, иногда также приводя его к смерти. В английском языке этому термину совершенно точно соответствует слово «mutilation». «My ming» обычно используется для обозначения увечья скота и «my head», значения которых не тождественны друг другу в некоторых этнических группах,
Нанесение определенного рода увечий является ритуальной практикой. К ним относятся шрамирование, нанесение ожогов, бичевание, обрезание, нанесение на тело тату, колесование и прочее, например, часть обряда инициации. Либо родитель специально, либо непреднамеренно, не специально, не заглядывая в будущее, предопределяет человека под диктующийся мир. Это плохо, это будет обсуждено в течение всей жизни и будет доказано нарушение диссоциативного источника. И будет доказано, что человек, например, хочет внести в данную тематику королевское второе «я», самого себя, совершенно не понимая, что он является обобщенным в этом плане. Примерами увечий также являются практика мерлирования ног у девочки, распространенная до сих пор у народа по даунг группы каренов практика надевания женщинам с детства марли, чтобы ноги становились короче, либо надевание колец на шею, в результате чего она вырастает неестественно длинной. Кастрация и женское обрезание, евнушество, когда человек является наливным, как яблочко, когда его схватило, он идет биться, драться, кидаться тарелками в лицо. До сих пор эта практика распространена, но этот человек не является калекой, он является просто тупорылым. В некоторых странах Африки и осуждаемая в публичных докладах ООН и других международных организациях, в племенах кастрация, женское обрезание, кольца на шею, марлирование ног осуждается, тогда как мужское обрезание – это признание себя мужчиной, это защитная головка хера, которая дает здоровье молодому человеку на всю-всю жизнь. Ему остается только быть богатым и денежно развитым, чтобы отвязаться от тех необрезанных херов, которые могут помешать. Эта тема будет обозреваема. Мужское обрезание далеко не всегда полезно, так как необрезанный, как правило, дрочит яйки необрезанному своему другому и себе члену и наносит увечья нахер. Он же, необрезанный, воняет, болеет легкой формой спидов, спидами, которые часто оседают на губах из-за собственных нечистот, которые скапливаются под кожей в течение всей жизни. Мужчины являются так называемыми дождливыми уздечками, как на изнанке нижнего белья у собственной матушки, или под капюшоном члена крайняя плоть является нечистотами. Они являются тоже с диссоциативным расстройством, но другого рода. И им этот мир не надо понимать. И эти миры надо разделять, и надо уезжать, надо ограждаться оградами, и надо просто бежать от мира взросления. Многие не выдерживают и кончают жизнь самоубийством, в 20-30 лет уходят из жизни. Но тот, кто решил жить дальше по-рыцарски, когда Екатерина II, королева Англии, умерла, в этот момент он должен знать, что такое есть хер и член, и остерегаться стукачей, которые являются очень плохими людьми. В некоторых случаях этот термин также может применяться к практике клеймования у рабов, клеймо в древности, и в практике уродования солдатами мертвых тел и солдат противника на войне. Чтобы сойти с ума, чтобы сойти за сумасшедшего. Очерк пиши-читай. Увечья как ритуальная практика. Нанесение себе увечий касается исключительно внешнего вида тела увечий молодым людям. Например, история из библейского наушника и про лакомство, где наушник является домашним животным, например, кошкой, и является переносчиком заразы и плохого внешнего вида
этот человек недоброжелателен. Увечье как ритуальная практика, нанесение себе исключительно внешнего вида увечий молодыми людьми сегодняшнего слова естествует. Но как только человек является здоровым, бросает секс, наркотики, рок-н-ролл, появляются другие люди, богатыри, растения, которые не почитают в себе специальное увечье своего внешнего вида. С такими недырявыми приходится работать, дырявыми ноздрявыми. Увечья молодыми людьми у некоторых племен раньше считались необходимым для получения человеком статуса полноправного члена общества. Раньше все были дырявыми, не ноздрявыми. Татуирования также имеют полурелигиозное значение. Также введение свод татуировки иголкой, поскольку это может означать принадлежность человека к определенному племени, к определенному болевому шоку, к определенному болевому прорыву сознания, классу общества, и понять, кто есть человек, который живет по понятиям. Тема тотем будет раскрыта позже. Очерк «Пиши, читай, кожа». Основной формой увечий является кожа. Она является идеальным местом для ритуальной татуировки. Все одной тряпкой, значение которое является сплетня. В некоторых первобытных обществах так и поступали. Там не было всего того, что сейчас могут предложить барбершопы. Там было немножечко другое. Где ходить не дырявым, где ходить без татуировок и других увечий было просто нельзя. Ведь не ходить же евнухом, правда? Где в сегодняшнем слове есть битва из-за каждой салфетки среди евнухов. В сегодняшнем слове евнухов очень велико. Соседи, рабочая организация, община. Все они живут по понятиям, чтобы нанести свои евнухашества. Раньше была известна практика депиляции. Это стимулирование роста волос. Депиляция есть удаление роста волос тела. Волосы удалялись либо с помощью бритвы, например, в Японии, либо с помощью специальных средств, либо вырыванием волос по отдельности. Среди самых диких народов депиляции могли подвергаться такие участки кожи, как брови, лицо, голова и лобковая кость, ноги, руки, туловище. Чтобы удостоверить и увеличить смысл депиляции, с первобытных времен человек, где все одной тряпкой было, человек всегда прибегал к татуированию лобковой области возле хера специальной иглой заранее с выбранным размером и формой. Линер, либо шедер, или плоская игла. В сегодняшнем слове естествуют бритты, так называемая группа молодых людей, которые почитают бритвы, они называются бритты. К ним почему-то обращается лоб, но не обращаются глаза. Может быть, потому что они тоже неинтересные люди, хотя являются бриттами. Пока тебе.